Управляющая компания «Новая трехгорка» обслуживает 20 домов. Бывает, что госжилинспекция выявляет какие-то недочеты в работе УК и выписывает штраф, не давая времени на их устранение. Другое дело – добродел. С помощью портала жители указывают коммунальщикам на недостатки, но при этом дается время все исправить. Доработать алгоритм взаимодействия с контролирующими органами – одно из предложений, поступивших в ходе встречи с депутатом Мособлдумы Дмитрием Голубковым и вице-президентом торгово-промышленной палаты региона Игорем Шаповаловым. Если бы люди напрямую обращались туда и нам как раз бы вот давали возможность на устранение, а потом, если мы не устранили, выходила госжилинспекция, тогда да. То есть вот, может быть, как-то вот здесь вот попытаться, что первая инстанция все-таки не госжилинспекция, а первая инстанция все-таки добродел. У нас торгово-промышленная палата добилась у некоторых проверяющих структур, например, как у административно-технической инспекции, именно пути идти путь таким путем. Сначала предписание, а потом штраф. Правда, только для членов торгово-промышленной палаты. То есть, ну, это несложная история. Войти, как надо доступать? Очень просто. У вас, кстати говоря, в торгово-промышленной палате Одинцова очень хороший, адекватный руководитель. Надо вступать. И вот эту тему у вас ГЖИ, то есть, можно выносить и потихонечку пытаться, то есть, вывести такой же, на такую же историю, как административно-техническая. Вода с повышенным содержанием железа. Эта проблема не обошла стороной и трехгорку. Впрочем, она характерна для всего региона. Вопрос качества подачи воды. То есть вода, то есть с примесью железа, это стандартная проблема Московской области. А сейчас это тоже решается в масштабе Московской области комплексно путем строительства станции обезжелезования. И эту территорию тоже мы будем лоббировать максимально, чтобы быстрее это тоже вошло в программу. Еще одна встреча в Трехгорке, на этот раз с коллективом Одинцовской теплосети. Вопросов от работников предприятия поступило немало. Обустройство дворов, это детские площадки, это социальная инфраструктура. И, конечно, один, наверное, из самых главных и тяжелых вопросов – это качество воды и транспортные вопросы, вопросы въезда, выезда, парковок во дворах. Это изобилие коммерческого транспорта. Конечно, с этим надо что-то делать, надо как-то регулировать. Озвученные проблемы Дмитрий Голубков и Игорь Шаповалов взяли на личный контроль. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».